у нас нет ресурсов воздействовать на других людей. Но вот они такие, они живут в своих болях, в своих страданиях, в своих установках, в своих мечтаниях, в своих иллюзиях, в своих заблуждениях, иррациональности какой-то и так далее. Они в этом все живут, и это их жизнь такая. Вот, поэтому, ну что мы можем? Мы это поправить, к сожалению, никак невозможно. Вот, поэтому единственное, это то, что мы должны понять, что в нас-то поломалось. Вот, а если мы начинаем разбираться, вот, то обнаруживается, что в нас есть набор вещей, которых может поломаться. Вот, и набор этих вещей определяется, опять же, вот такими фундаментальными биологическими факторами. Вот. Поэтому первую часть, например, курса «Шаг за шагом» я как раз посвящаю тому, что я подробно рассказываю про вот эти внутренние пружины, которые у нас внутри могут поломаться. Вот. Значит, они связаны с чувствами безопасности. Значит, мы вообще... опасность – это же такая вещь чрезвычайно важная в условиях, возможно, самосохранения нашей жизни. Вот, поэтому нам чрезвычайно важно, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Но так устроен мир, что мы в безопасности не чувствуем. Мы вообще самый в этом смысле тревожный из биологических видов, потому что на протяжении огромного периода своего детства мы все время были в зависимости от других людей, ну, взрослых, да, наших родителей, бабушек, дедушек, в детсадах этих, в школах учителей там, и так далее, мы все время находились в ситуации такой психологической зависимости. Мы ничего не могли сами предпринять и так далее, и так далее. Это естественно, потому что наши мозги долго зреют, что называется, но от этого не легче. Вот. Да, долго зреют, да, долгое детство, самое долгое детство из всех животных, понимаете. Вот. Но это же долгое детство зависимое, да, это долгое детство, когда вы не ощущаете собственной силы. Вот. Если даже вам кажется, вы ее ощущаете, на самом деле вас всегда страхуют ваши родители, ваши учителя, воспитатели там, и так далее. Вот. И вот это чувство, в свое время Карен Хорни назвала это базальной тревогой, вот это чувство такой внутренней неуверенности, вот, оно может легко быть спровоцировано какими-то внешними факторами, про которые вы даже можете не думать. То есть вы можете просто встретиться с естественной смертью, например. Ну, кто-то из близких умирает. Вот, и вы становитесь свидетелем этому. Вот, или узнаете о том, что кто-то вашим близким, в ближнем круге умер. И у вас от одного этого, от одной мысли, про узнавание этого, может вот этот инстинкт самосохранения там взвиться. Вот, вам будет начать казаться, что с вами что-то, что у вас то болит, это болит, там, может быть, у вас это, может быть, у вас все, пятое, десятое. Вы начинаете приводить не к тревоге, вот, и вы начинаете беспокоиться уже за собственное здоровье или там еще что-то случится с вами при поездках где-нибудь там в транспорте, в лифте, в самолете там, и так далее. Вот, но у вас от этого вы не можете контролировать ни лифты, ни самолеты, ни собственное здоровье даже в значительной степени, господи. Кто может контролировать возникновение всех онкологических заболеваний? Если такое есть, вы покажите мне пальцем. Мы дадим ему Нобелевскую премию, тут же по медицине. Это невозможно, а на самом деле у нас что-то там травмировано из нашего этого прошлого опыта, вот, из этих наших ситуаций, когда был наш инстинкт самосохранения потерпел удар. Вот. С другой стороны, много всяких разных, я там много всего рассказываю, сейчас я быстро-то не расскажу все, вот. Но это важно просто понимать. Есть там другой спектр связанных вещей с тем, что у нас есть потребность в том, чтобы нас уважали, принимали, поддерживали там, и так далее. Мы социальные животные, нам очень важно, чтобы мы нас считали правыми, чтобы к нашему мнению прислушивались там, и так далее. Но, господи, опять же, кто может таким похвастаться? Вот. Я вот даже вроде бы человек-то даже какой-то известный, что-то там делал кучу всяких разных вещей, вот, и есть даже чем гордиться, что называется. Все равно столько всякого могут про меня сказать, что волосы дыбом поднимаются от этого. Ну что, ничего не поделаешь, люди такие существа-то. Вот.
Да, поэтому, соответственно, мы все испытываем тоже травму такую, вот, не чувствуем достаточной поддержки и так далее. И это, у кого-то это могло быть в очень молодом возрасте случиться, у кого-то это более зрелом может в возрасте случиться. Вот, например, там, вы по службе двигаетесь, двигаетесь, а потом вас обходит человек не потому, что у него есть соответствующие достоинства, да, а по каким-то другим причинам. Вот. И это, конечно, вас не может не травмировать, это несправедливость, не может вас не травмировать. Вот. Но вы можете с этим рационально как-то согласиться, а потом вот ваш растревоженный этот мозг, ваша подкорка, вот эти все наши эволюционные структуры говорят, слушай, что-то категорически пошло не так, и дальше это вас начинает, что называется, снова выносить ногами вперед, ну, вот, в тревогу, в депрессию там, и так далее. Вот. То же самое касается личных отношений, потому что это же нам очень важно, потому что нам очень важно чувствовать себя любящими, любимыми. И то, и другое. Причем тут, если вас просто любят, это может вызвать тревогу, если вы не испытываете ответных чувств. Если вы сами любите, но ваши чувства на них не отвечают, вы чувствуете себя гадким утенком. Вот. Опять же, это состояние тревоги, это внутреннее напряжение, это чувство вот этого огромного внутреннего дискомфорта, чувство неудовлетворенности собой. Вот. И в этих механиках нужно разобраться, потому что нужно понимать, где истинная причина. И поверьте мне, причина любого навязчивого, тревожного, вот такого депрессивного состояния, вот, она лежит вовсе не вот в той области, которая, по поводу которой вы тревожитесь. Вот. Она всегда чуть глубже. У этого всегда есть какой-то важный, травмированный такой как бы ваш и опыт, и ожидания, вот, фрустрированная потребность, если говорить таким более научным языком, ну, который возникает, формирует вот соответствующую такую доминанту, которая заставляет ваше сознание крутить кучу тревожных мыслей. Вот, поэтому с этим надо разобраться для того, чтобы просто понимать, на какой земле вы находитесь, потому что бороться даже, понимаете, с чудовищами можно бороться, ну вот, но нельзя бороться с ветряными мельницами, понимаете? Вот, то, что мы большую часть жизни проводим в том, что мы боремся с ветряными мельницами и расстраиваемся, что победа не приходит. Вот, но просто нам мы приняли монстров за ветряные мельницы, а настоящих монстров мы проглядели. И это то, что очень важно в себе найти. Вот. Это первый шаг, на самом деле, к тому, чтобы начать менять свою жизнь. Осознание того, что на самом деле вы хотите, чего вы на самом деле ожидаете, чего вы хотите, что на вас, для вас на самом деле важно там, и так далее. Вот. То, что даже то, что иногда нам кажется сознательным, что мы на самом деле, когда человек спросит, что ты хочешь на самом деле, вот, он теряется, вот, потому что только нам кажется, что мы знаем, чего мы хотим на самом деле. Иногда мы чего-то хотим, добегаемся этого, и оказывается, что это не то, чего мы хотели. Вот. Почему? Потому что наши желания там скрыты под неокортексом, под этой новой молодой корой. Вот. И нужно найти инструменты для того, чтобы как бы их проявить и выяснить для себя. Вот. Вот про это я считаю очень важную часть. Вот. Это составляет первую четверть курса «Шаг за шагом». Вот. И это такой очень важный, мне кажется, опыт.